У югорских школьников возникли сложности с математикой, физикой, химией и иностранными языками. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба рассказал директор департамента образования Алексей Дренин. Специалисты проанализировали итоги второй четверти. Напомню, школьники 6-11 классов получали знания дистанционно. В итоге у 27 тысяч человек возникли трудности с освоением образовательных программ. Это пятая часть учеников среднего и старшего звена. Чтобы сократить проблемы в знаниях, учителя разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты для школьников, будут проводить дополнительные уроки и консультации. Кроме того, теперь ученики ежемесячно будут проходить тестирование. Педагогам эта деятельность будет учтена и оплачена при распределении стимулирующих выплат зарплатного фонда ежемесячно. Кроме того, мы просмотрели изучили дополнительные факторы, которые влияют на обеспечение качества образовательного процесса и подготовили расчеты финансовые на повышение, модернизацию инфраструктуры образовательных организаций в части, именно в первую очередь, связанной с информатизацией.